Кстати, я вам хотел сказать, у хищников в основном вот видимый свет, они не видят цвета. Вот у собак, у лис, потому что они ночью охотятся, зачем им цвета? Ночью все равно цветов не видно. Поэтому у них в сетчатке только приспособленность такая, только палочки, вообще нет колбочек. Ну, у приматов у нас, конечно, цветное, поэтому мы с вами дневные. Мы ночью, конечно, должны спать, по идее. Да, А я знаю, что у лошадей тоже черно-белое зрение. А, у лошади тоже черно-белое. Интересный момент. Мне кажется, что лошади, видимо, так вот развивалась в процессе эволюции, что в принципе у нее достаточно однообразная еда травянистая, там ничего там особенного выбирать не надо. Да, и черно-белой картинки хватит, и довольно мощные мышцы, скелет огромный, и может достаточно легко убегать от всех, что-то там рассматривать сильно не надо. А приматам, почему у нас зрение у примата цветное все-таки? Ну, приматы, когда в лесу оказываются, надо же все рассмотреть, все эти пищу, все эти фрукты, которые висят, бананы, какого они цвета вообще. Ну, может быть, так вот. Более разнообразно. А, потому что они, во-первых, кальмары глубоководные, обратите внимание, если Там света, в глубоководные, принципе, света нет. нету, да. Как определишь, если охоту начинаешь, как охотиться? Только по теплоте. Понимаете? Там, видимо, свет не доходит. А змея, тем более, она ночью охотится тоже.